Шестилетняя Оля увлекается Лего уже давно. Дома, рассказывает первоклашка, есть немало красочных наборов. Собирать разноцветные детальки вместе и строить целые дома ей нравится ничуть не меньше игр в куклы. Лего, отмечает малышка, для всех, неважно, мальчик ты или девочка. К тому же сейчас знаменитый конструктор помогает детям в учебе. Я думаю, что Лего, когда ты играешь, ты тоже учишься, потому что ты развиваешь мелкую моторику. Лего – это не просто игра с красивыми разноцветными фигурками. Сегодня датский конструктор использует в обучении по всему миру. Не исключение и наша страна. Бобруйский первый лего-класс начал работу в 34-й школе в сентябре 2018-го. Тогда же открыли и само учреждение образования. Сейчас таких классов в учебном заведении два. Игровая деятельность, особенно после детского сада, она остается ведущей. Еще вот первое время в начальной школе. И поэтому на игре и завязано наше обучение. Но это больше все-таки обучение, это образовательная технология, которая помогает справиться с учебным материалом. Малыши учатся с удовольствием. К примеру, ребята из 1 В с помощью конструктора познают математические азы, изучают цифры и числа и даже разбираются в таком непростом понятии, как время. Цветные детальки помогают им во всем. Кубик за кубиком, соблюдая последовательность, дети выкладывают единицы, двойки и пятерки. К тому же процесс и очень творческий. Конструктор позволяет ребятам воплотить в жизнь свои идеи и фантазии, развивает усидчивость и работоспособность, а также совершенствует внимание, память и мышление детей. Я думаю, что ребята, которые учатся в лего-классах, достигнут больших-больших результатов в своей жизни, потому что этот конструктор развивает мелкую моторику, соответственно, развивается речь. Ребята будут большими фантазерами. А вот второй Е с помощью лего занимается, не поверите, изучением русского языка. Ребята пишут самые настоящие диктанты. Да не просто, а графические. Сегодня, например, второклашки проходят существительное и прилагательное. Цветными кирпичиками они обозначают слова, которые относятся к той или иной части речи. Красный – существительное, желтый – прилагательное. Конструктор лего помогает усваивать материал на более высоком уровне. Я могу проконтролировать усвоение материала. Мы используем кирпичики на любом этапе урока, как на закреплении, так и на изучении новой темы, на проверке домашнего задания. Для рефлексии можем использовать кирпичики. Поэтому удобно мне, удобно ребятам, им нравится. Возможно, и в школе номер 34, и в других учреждениях образования появится больше лего-классов. Ведь обучение по подобным технологиям поможет детям в будущем. Раскроет их индивидуальные особенности, научит логически мыслить и правильно говорить. Анастасия Шевцова, Дмитрий Шевцов. Итоги недели.